пульт уже нового цифрового формата, более легкого управления, с новым оборудованием, новые возможности. В зале тихо и безлюдно. Культработники настраивают технику. Подсветка сцены, современные колонки, звуковой пульт. Все это не замечаешь лишь тогда, когда это есть. Все внимание на артистов, которых теперь будет видно и слышно в новом формате. Сегодня мы сделали большой шаг и перешли от аналогового аудио световизуализации к цифровому стандарту. В фойе планируется у нас размещение компьютеризированного информационного стенда, то есть всю информацию, которая сейчас у нас висит на бумажном носителе, мы заменим цифрой. Мы живем в 21 веке, и данные технологии нам даются, почему бы ими не пользоваться. Цена вопроса более 1,5 миллиона рублей. Поставки информационного цифрового стенда еще ждут. А вот остальная техника установлена, проверена и готова радовать местных жителей на ближайших праздниках. Татьяна Куликова, Александр Кветка, новости Мира Белогорья.